Давайте все же с видео, мне кажется, так проще будет, соответственно, по самой работе. Слышите, наверное, да, такой небольшой шумок такой, жик-жик-жик, присутствует. То есть фрикцион, все хорошо. Соответственно, скоба скидывается, переключалка работает. По поводу люфта, сейчас я вам попытаюсь показать, секундочку. Я не знаю, видно, нет. То есть такой небольшой, вот прям рабочий, может быть, чуть больше, чем рабочий, хотя, ну, можно еще вот так. Небольшой стучок присутствует, но это, в принципе, не критично, потому что при остановке я не чувствую никакого удара в руку. Сейчас, секунду. И в этом плане все нормально, муфта работает. Ну вот, наверное, вот так вот видно будет. Но вот здесь еще плюс общий люфт рукоятки используется. Так не меряют, смотрят вот, вот так вот. Небольшой стук есть. То есть там, возможно, пара еще в себя вберет там несколько соток. А, ну вот видно, наверное. Что, наверное, так лучше будет. Ну, соответственно, вот если заметно по общему состоянию. То есть царапин там, закоцца куча по корпусу. А так, ну, в рабочем состоянии. Катушка.